Ребят, хотел бы вам порекомендовать канал Пекса. У него очень красивое оформление, качественный микрофон, топовые превьюшки, которые приятны для глаз. Он также снимает ваш любимый SkyWars. В общем, канал очень годный. Ссылочка на Пекса находится в описании. И всем привет, с вами Агера, сегодня мы поиграем в SkyWars на сервере Hypixel с Даком. Всем привет, ребята. Ну что ж, погнали. И наша первая игра уже началась, у нас сейчас очень топовая тактика, мы, короче, такие становимся и вот так устроимся, просто строимся. Теперь с отпусканием шифта, и мы уже на ихней базе, мы сейчас убиваем вот этого, который снизу. А я, которого сверху. Молодец, изи. Изи, просто изи, короче. Да, вот так вот. Так, значит, выпиваем Fire Resistance, теперь вот это забираем. Вот это убиваем, здесь, конечно же, ничего. Надо, наверное, вернуться к нам на базу, потому что... Подожди. Да кто так строит-то, смотри, как... Нет, понял, как нужно строиться, понял? Ты чувствуешь, когда Гера опытнее, чем Агера. У нас очень интересная игра, мы, в принципе, сейчас находимся на нашей базе, мы вообще очень любим наш дом. Чё? Можно тебе прикол? Ты не допрыгнешь. Смешной. А, ты допрыгнул, у меня пролагнуло, да. У меня брони нету. А, у меня как-то пофиг, тащи так. Судак. Нет, всего 5 моё. Блин, а где мой лук? В смысле? Откуда у тебя 2 лука? Блин, дай мне мой лук один. Он там в сундуке. А, ну ладно. Держи. Спасибо. Ну, сейчас кину. На, нафиг. Я вижу, ему как-то пофиг вообще. Это что сейчас было? Да ему норма так. Он такой подумал, а зачем мне скидываться-то? Вообще так. Куда идешь? На тебе стрелу. Я понял. Так, значит, прыгаем к этим людям, убиваем их, потому что они мне совсем не понравились. Вообще, буллспаммер 3000, так, значит, умирай. Хорошо, он умер. Ты живой хоть? Да. Я слоупок как скажу тут. Слоупоках? Слоупок. Ты слоупок? Я слоупок. Скажу тут, как медленно. Ты понимаю, вообще мини. Слоупок. На тебе броню, хорошая броня, сзади. На, возьми. А, нашел. И еще возьми, на тебе ботинки, шлем. А, шлем тебе не нужен? Шлем мне не нужен, да. Там чуваки, слева, сзади, так, справа. Так, хорошо, я так блок поставил вообще. Так, значит, мне нужно вот этого пацана убить. Он тэпнулся, ну ладно, а того, что я не убил? А, убил. А сверху с горы! Да. С Эвереста стреляют, братан. Эверест, блин. Мы если что ползем тут на Эверест, потому что мы ползуны. А че, откуда у тебя 4 хп? Че ты такой маленький? Все, я тебя убью. А я в него попал из лука на силу 1, прикинь, у него было целых 2 хп. Лол. Он еще зарегенился, когда мы доползли до него. Зарегенился, мальчик. Так, значит, что ты там делаешь? Я не понимаю, что ты на краю стоишь? Он там сидит, веселится. Сидит, веселится? Так, ладно, давай, пошли их убивать. Тут, в принципе, может быть ловушка, которой здесь нету. Я так и знал. Так, мы к ним уже построились. Один уже горит, второй еще не горит. А второй уже не... А, он к тебе спрыгнул? Привет! Что происходит? Эфирест, привет. Эфирест? Эфириест, ну как в Эфрит, во. А не понял, вообще, где он остался, человек? Он упал куда-то, туда. В смысле? Как так-то? А, подожди, он здесь стоит, он хотел нас в крысу убить. Он здесь, нужен топор, которого у нас нет. Да тут Эфириест летает, а у меня есть топор. Так, подожди, а у меня нет топора, поэтому я вот так вот... Блин, да? Что это такое, в смысле? Все, хорошо, я его сейчас убью просто на изи, я его убил, в принципе, уже. А зачем я блок сломал? Без понятия. Так, и у нас остался последний чувак, да? Чего тело? У меня 7 киллов, да? А, это вообще-то женщина. Это женщина, как ты смог перепутать? Ты что, Дак? Ты чувствовал, когда у тебя всего лишь 1 килл, и Агера говорит, что у него 7 киллов? Пожалуйста, только дай мне вот это килл, я просто хочу себе 8. Давай. Давай я тебя пущу туда, если ты сдохнешь, я не виноват. Давай. А где он, друг? Это она, слышишь? Ё-моё, блин, у меня еще пролагивание. Оно? Оно, наверное, на том вообще. Не надо за мной бежать, пожалуйста, не надо. Не надо за мной бежать. Дак, отстань от меня. Дак, пошел вон. Я преследую. Дак, пошел вон, отстань от меня. Отстань. Дак, отстань. Не надо, блин. Так, не хочу. Стой. Все, это мое, это я ее убью. А где, а как? Нет, это мои сундуки, не трогай их.
Отошел, а пошло. Так, у меня есть грудак. Я тебе алмазный не дам, я надеюсь, ты его не найдешь, блин, ну круто, что-то. Подожди. Нашел. А, кажется, она. Где? Знаешь, что я тут грудак алмазный нашел? Подожди, я ее ищу, а она непонятно где. Так. А я ищу. Так, братан, а у тебя есть GPS-трекер? Да, у меня есть, я по нему ищу. У меня tracking девайс. Так, а мы. Где? Да я. Не, я тебе не скажу, не надо мне искать. Она, кажется, в горе. Она, наверное, в горе, потому что. Ребята, да. Там Агера где-то шляет, я ее найти не могу. Блин, она в горе, это плохо. Вот это очень подозрительно выглядит, по идее. У Гера 001, я тебя вижу. Блин, слушай, я вообще... А, вон, я понял. Нет, не бей, это я должен сделать. На, так, значит, давайте вот так вот убьем эту девочку и, конечно же, переходим к следующей игре. 8 киллов, круто. И наша следующая игра уже началась. Мы сейчас находимся на соло-режиме. Мы сейчас посмотрим, кто из нас затащит. Мне очень кажется то, что это буду я. Мне кажется, это вот прям очень-очень так кажется. А мне очень сильно кажется, что это будет Агера, да. Вот. Да, вообще. Ну, я смогу затащить, вот в отличие от тебя, я смогу затащить. Я уже сейчас убиваю этого Стива, я уже 2 килла только что сделал, потому что я очень жесткий. А я делаю первый килл, и меня убивают. Ну, в принципе, я так и знала. Но ничего страшного, я затащу, ты, в принципе, умер, но какая разница, все равно я затащу. Понял? Агера затащит, и космос гангстер. Да, Агера затащит, потому что я гангстер. Гангстер, йоу, гангстер. Вообще, очень все жестко. МС Юрий Хованский. Так, лутаем сундучок. Так, это что, это у меня такое же. Окей, прыгаем вот сюда. Так, где вообще здесь? А, вон человек. Человек типа такой строится и... Стой. Генгстеры первыми не нападают. А, генгстеры, ну ничего, я тогда не генгстер, но я первый нападу. Так, вот этот генгстер убил меня. Вот этот генгстер? Ну хорошо, да, я отомщу. Я отомщу за тебя, вот я уже отомстил почти. Вот все, ну давай, ну все, ну хорошо, все. Вот, вот ты убил этого генгстера. Да, я убил этого генгстера, потому что я очень хороший мальчик, я люблю очень тащить. Это и очень смотри. Весело, это прям по мне так, знаете. Так, значит, смотрите, что мы сейчас делаем. Мы такие, ну, вот эту штуку сюда ставим. Потом мы такие вот это хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Теперь мы снимаем такие вот эти штуки. Потом мы снимаем, то есть, вот это вот сюда. Книжечку вот сюда. Это сюда. Забираем, выкидываем. Книжечку вот это одеваем. Все, хорошо, я очень хорошо одет. У меня, в принципе, очень хорошая даже броня. Что ты там говоришь? Да. Ой, это генгстер Стив. Это Стив? Да, это Стив Гент. А, точно, это Стив. Ну ладно, он, наверное, умрет. Я даже не знаю, зачем я чарился, потому что он же все-таки не такой уж и гэнгста. Ну ладно. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Также зайдите на канал Дака, я оставлю ссылку на него в описании. Так что, конечно же, заходите, подписывайтесь, ставьте на него лайки, смотрите его видео. И всем пока! Пока-пока, ребята!